А вы давно водите? С детства. А мне вот это искусство никак не дается. Прошлый год поехал за грибами. Ни с того, ни с сего, сосна. Пац! Передка? Нет. 150 рублей выложил. Теперь я ученый, застраховал. Но не езжу. Синдром, так сказать. Напрасно. Тут как раз самое главное – практика. Практика, оно, конечно. А только талант, он и есть талант. Вот Евдоким Иванович, ваш предшественник, 3 года в облуправление как на работу ездил, родным там стал, а фонды получить никак не мог. А вы новый человек, и на тебе, за каких-то полчаса, феноменально. Нет, я понимаю, новому руководителю всегда помогут. Но не 2 же миллиона. Теперь я с такими фондами вам не только боксы, а ангары для Андреев возведу. И где вы только раньше-то были? Водитель автомашины 2046, остановитесь. Чего это он там? Рыжий, труба. Я сейчас поговорю с ним, а то он вам талон проколет. Сидите на месте. Это же Зыкин. Он, если остановит, обязательно проколет. Ой, не проколет, сидите. Старший инспектор дорожно-патрульной службы, старший лейтенант Зыкин. Очень приятно. Попрошу ваши документы. Пожалуйста. Физкульт, привет, Петр. Здравствуйте, Кириллович. Какой талон у вас в упаковочке? Это Трунов Валентин Павлович, наш новый директор автосервиса. Очень приятно. Вы, товарищ Трунов, во-первых, не пристегнуты. Совсем забыл. А во-вторых, вы ехали со скоростью 65 километров в час. Тогда как на этом участке дороги скорость установлена 50 километров. Да что вы говорите? Вы передрочий знак видели? Нет, вы знаете, к сожалению, не заметил. Извините, пожалуйста. Надо быть внимательнее. Хорошо, буду. Вынужден сделать вам просечку. Петр, погоди. Тихо. Василий Кириллович, не мешайте, пожалуйста, инспектору заниматься своими служебными обязанностями. Не прокалывается. Не прокалывается? Да. Он не прокалывается. А, не знаю, может быть, я могу вам чем-то помочь? А, сейчас. А, ну, пожалуйста. Чего это он там? А вы говорили, не проколет. Вы вот что, товарищ Трунов. Вы талончик выньте из упаковочки. Непорядок это. И будьте в дальнейшем внимательны. Он всем подряд колет. И откуда он такой? Ну, родители были, ну, люди как люди. Сестра – золото. Она у меня работает. Я начальником ПТО назначаю. А он, одним словом, рыжий. Еще раз повторяю, главное в нашей работе не проколы, не штрафы, а предупреждение дорожно-транспортных происшествий и воспитание водителей. Ну, представьте себя на месте водителя. Допустил ты по неопытности незначительные нарушения и сразу наказание. Это же грубые меры, а самое главное, неэффективные. Из 1000 водителей один злостный нарушитель, и с ним разговор особый. Нас должны уважать, а не бояться. Ты понял меня, Зыкин? Понял.
Сомневаюсь. Ну вот взять хотя бы твое вчерашнее дежурство. Ведь можно подумать, ты в Хьюстоне стоял на 7-й авеню. Вот, 3 прокола, 2 штрафа, задержан удостоверение. Как будто мимо Зыкина одни нарушители есть. Проколоть-то легко, и оштрафовать еще проще. Ты путь к душе найди. Ведь все мы, и водители, и работники ГАИ, заняты одним общим делом, государственным. Ты понял, наконец, Зыкин? Я понимаю, товарищ майор. Понимаю. Каждый раз одно и то же. Запишите назначение. Напрасно расстраиваетесь. Просечка – это не наказание, а предупреждение. Ведь он так и называется – талон. Талон предупреждений. А вы расстраиваетесь. Зыкин. Не надо расстраиваться. И будьте внимательны. Зыкин, племянник просил передать, чтобы ты в 5 был дома. Зачем? Посоветоваться, у тебя ж гонка сегодня. Ну и что? Говорит, знает, как ее выиграть. Я сам знаю, как ее выиграть. Ну, смотри. Нужны мне его советы. Чего так рано идем-то? Того, ты знаешь, что про тебя Дурдин говорил? Чего? Из Зыкина настоящего гонщика никогда не выйдет. Чего? Гибкости тактической нет. Все время одним приемом пользуется. По внешнему вражу пройти хочет, поэтому и проигрывает. Много он понимает. Много немного. Однако он всегда первый, а ты выше 5-го ни разу. Как-то ни разу. А на день строителя кто 3-й был? Да потому что Дурдин заболел. Ладно, сегодня увидим. По внутреннему иди! По внутреннему! Да что за черт? Ты же можешь выиграть? Можно. Только попробуй по внутреннему гаражу. Попробуй хоть раз. Ведь совсем другая гонка. А старт у тебя хороший. Выйдешь первый со старта, захватишь внутреннюю бровку и щелкай, щелкай. Конечно. Вираж по внешней бровке, как тактический прием, вычеркнут из арсенала мировой спидвея. Читали 5-й номер за рулем? Эдуард? Сколько раз я тебе говорил, Нефедов, брысь отсюда. ПТУшники мне не нужны. Ну, попробуй по внутреннему. Попробуй. Я попробую по внешней. Но почему ты такой настырный? И выиграю. Козел палевый. Получили, теперь осваиваю. Честно признаюсь, Валентин Павлович, такого не ожидал. Вы знаете, когда докатился до нас этот автомобильный бум, сюда мы назначили Евдоким Ивановича. А, ну, вашего предшественника. Да, я знаю. Да, его, я человек знаю. Он бывалый, да. Танкист в прошлом. Казалось бы, что ему межрайонная станция? А нет. Я слышал, тут даже вашей машине делали простое техобслуживание 3 дня. Да, да, да. Это мне, заместителю председателя райисполкома, при соответствующем, как вы понимаете, внимании. А что же говорить о рядовых автолюбителях? Специфика, Вин Владимирович. Так, Сереж, как у тебя там? Готово. Ваша машина готова. Молодец, Сережа. Прошу. Уже? Да. Ну, знаете ли. Евгений Владимирович, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то фирменные. Это то, что вы знаете, что я хочу вам предложить. Поедемте завтра на рыбалку. Спасибо. Я озера покажу. Ухи наварим. Спасибо, спасибо. И вообще отдохнем. Спасибо, но вы знаете, к сожалению, в этот раз не получится. Понимаю, понимаю. Со стариками не резон. Да нет, ну что, просто меня друзья в Ялте ждут сегодня. У меня самолет через 1:55. Как, в Ялте? Да. А вы что, в отпуск, да? Да нет, какой отпуск? Отпуск я пока не заработал. Всего на 2 дня. На 2 дня? Да. В Ялту? Да, в понедельник уже на работе. Понимаю.
Уикенд, значит? Уикенд, уикенд. Инспектор Зыкин, здравствуйте. Так точно. Попрошу ваше водительское удостоверение. Что такое? Опять нарушил, да? Превысили скорость. Не заметил. Это что же, вы так талон и не вынули из упаковки? Вы знаете, каюсь, товарищ инспектор совершенно закрутился, забыл, ни на что не хватает времени. Не знаю, что с вами делать, у вас талон и просечка за превышение, а вы едете 100. Ну и что? Как ну и что? Получается, злостное нарушение правил дорожного движения, пункт 9.2.1. Да, но ведь правила, они придуманы для усредненного человека, понимаете? Это среднестатистическое. Правильно, но ведь правила существуют для всех, на то не правила. Вот смотрите. Он, видите, стриж? Он летит, видите? Ну? А вон воробей чирикает, вон. Вот вы будете требовать от стрижа, чтобы он летал как воробей, а от воробя, чтобы он летал как стриж, будете или нет? Ну скажите, будете требовать или нет? От стрижа? Ну, от стрижа. Нет, товарищ Петрунов, в правилах пункт 9, понял? 2, 1. Понял? Все понял, все понял, все понял. Значит так, тогда я предлагаю решать так. Вы оставляете у себя мои документы и у себя в отделе будете думать, как вы меня накажете, там или штраф, или просечка, это сейчас уже не важно. А я вернусь в понедельник, и мы с вами все вопросы решим. Товарищ Трунов, у меня самолетчик. Стрижи, воробьи. Здесь дорога, а не птичник. Что же это получается? Берешь, оставляешь удостоверение, как будто так и надо. Как будто все в порядке. Как будто имеешь право ездить без документов. Решите, я в понедельник заскочу. А тут и решать нечего. Штраф. Как же? Штраф. Это же злостное. Это прокол и точка. И талончик выньте из упаковочки. А еще раз так поедете, удостоверение лишитесь. Вот так вот, товарищ Трунов. И откуда только такие берутся? А потом еще говорят, Хьюстон! Хьюстон, 7-я авеню! Вот это да! Это ты, что ли? Ну, что так ездит?
Живой? Ну-ка, подожди. Нога! Потерпи. Так, помогите. Аптечка есть у кого-нибудь? Держи. Вот аптечка. Пропустите, я врач. Да пропустите же! Коля, тебе плохо? Колечка? Да уж куда хуже. Вон сколько машин-то угробил. Стой, ехал. А может и больше. Ваше водительское удостоверение. Это всегда, пожалуйста. Это хорошо еще, что я в правой обочине прижался. А то бы еще что было. Удостоверение! Что я забыл? У Степана в пиджаке. У Егорыча. В лесочком. Скотина пьяная. Ты что натворил? Что? Из-за тебя, подлец. Из-за меня? Я ему помехой был справа. Что? Не трожь! Не имеешь права? Не трожь! Мерзавец. Стой здесь. Курган, Курган, я Байкал. Повторяю, на 42-м километре групповая авария. Вызывайте патрульную, скорую, кран. Как меня понял? Прием. Стара печаль, моя стара. Разрешите? Прошу. Подстричь, побрить? Да. На минуточку можно? Ножницы. Сами желаете подстричься? Да нет. Что за люди? Не понимают, что правила существуют для них же самих. Для их же безопасности. Вот так. А то понедельник. Они считают, что ГАИ только для того, чтобы к ним придираться. Совершенно справедливо. Большое спасибо. Пожалуйста, заходите. Буду всегда очень рад. Пора закрывать. Давай. Да тяни. Сейчас. Тяни. Ой, дай вылезу-то. Подожди. Только осторожней. Да не заваливай, не заваливай. Держи его. Ну, падает. Ну. Да что? Живой. Живой, нога застряла. Ну, ничего. До свадьбы заживет. Зачем тебе это рухлить? Нужно. Дома. Небось, опять на голове стоит. Петр, да хватит на ушах стоять. Не отстанет же. Чего? Ну ты идешь? Куда? Ты что, забыл, что ли? Ну ничего не помнит. Опять в форме? Ну а как же? А что ей нужно? Не знаю. Сказала, чтобы ты пришел. Я в среду был. Геннадий, ты опять физику не выучил? Да выучил я. А что ей нужно? Откуда я знаю? Такая увлекательная тема. Италия, 15 век. Зарождение экономических отношений, крушение Штауфенов. Лоренцо великолепный, а Гена все время смотрит в окно. Я его спрашиваю: Гена, ну неужели тебе не интересен Лоренцо Великолепный? Его так прозвали за тонкий ум, поэтический талант и безупречный вкус. А Гена мне неинтересно. Представляете? Непорядок. Вы меня извините, Петр Сергеевич, что я вас второй раз вызываю. Но ведь самый ответственный момент. Конец учебного года, а Гена без родителей. Я им тоже говорил. Ну хорошо, Нина.
Ну, устала она, диплом защитила заочно. Ну, а Славка, ты-то, говорю, чего устал? С чего ты на курорт попёрся? Извините. Объяснял им конец учебного года. Самый ответственный момент. А вы парня на 90-летнюю бабушку оставляете. А он мне говорит, а ты на что? Я, конечно, могу присмотреть, но ведь у меня тоже служба, дежурство, встречи, беседы на предприятиях. И вообще сейчас месячник идет безопасности движения. А может, он о голубке думает? О какой голубке? Да я ему на день рождения голубя подарил. А про голубку не сообразил. Голубь тоскует. Вот сейчас голубку ищем. А порода редкая. Элитарная. Нет, сейчас же отбиваю телеграмму, пускай приезжают. Нечего. Ну что вы, что вы? Ничего страшного ведь нет? Как же нет? Вы же сами говорите, история его не волнует. Вы про Лоренцо, а он в окно. Да, но вы знаете, Лоренцо великолепная фигура, очень своеобразная. Не каждого может заинтересовать. А потом к другим темам Гена проявляет интерес. Вот, посмотрите. Вот, видите, четверка. Угу. Это мы путешествие Марко Поло проходили? Угу. Ну вот. Значит, ничего страшного. Телеграмму не надо отбивать? Не вызывать? Нет. Ну, тогда я пошел. Идите. До свидания. А, да, до свидания. Ну, чё? Чего-чего? Чё вызывала? Говорит в окно. Ты смотришь. За это вызывать, кикимора? Ну-ка, прекрати. И чтоб я больше этого не слышал, язык распустил. А что она из-за какой-то ерунды вызывает? Никто не вызывает, она вызвала. Ну, зачем? Скажи, зачем? Кто ее знает? Кто-то же. Ну, ладно, я пошел. Давай. Пока. Вечером зайду. Геннадий. Геннадий, ты поменьше. В окно-то смотри. Ладно. Ренцо. Великолепный. Петро! Ты чего несешь? Книги. Я вижу, что книги. А где взял? В библиотеке. В библиотеке? Ты что, в академию поступаешь? Нет. А зачем столько набрал? Читать. О! О, инспектор, здравствуйте. Здравствуйте. Книжки читаем? Да. Молодец. Да, что ж. Ах ты, какая незадача. Хорошо, что сухо. Книги-то все какие ценные. Смотри, Флоренция. Василий Кириллович. А? Я жду вас. Бегу, бегу. Ты уже извини меня, Петруша. Ничего. А вы, оказывается, книголюб, инспектор. В Италию собираетесь? А? Кстати, инспектор, что там с моим удостоверением? Как что? Ну, вы решили по поводу наказания? А вы разве не взяли удостоверение из отделения? Нет еще. Я что-то не понимаю. Вы что ж, ездите на автомобиль без удостоверения? Но вы же сами забрали его у меня, оно у вас осталось. Но вы должны были в понедельник его взять. Да, должен был, но, к сожалению, не успел. Значит, оно там. Ну, хорошо, я заеду. Стойте. Я попрошу вас выйти из автомобиля. Я не понял. За езду без водительского удостоверения я вас отстраняю от управления автомобилем.
Товарищ инспектор, вы как себя чувствуете вообще? Выйдите из машины, товарищ водитель. Петр, ты что? Сейчас же прекрати. Не мешайте, товарищ пассажир. Да что же это такое, в конце концов? Какой я тебе пассажир? Прекрати Ваньку валять. Мы тут, понимаешь, в трес спешим, а ты представление устраиваешь? Совсем уже распоясался? Мало тебе проколов и штрафов, ты еще машины отнимать решил? Нет, нет, Василий Кириллович, товарищ инспектор не Ваньку валяет. Он пытается мне доказать, что правила дорожного движения обязательны для всех без исключения, верно? Но ведь это не всегда так, и вы это знаете, а? Если вы сейчас же не выйдете из автомобиля, я вас задержу за неповиновение законному требованию работника милиции. Товарищ не понимает. Хорошо, придется объяснить. Но я обещаю вам, что и машину, и права вы вернете мне сегодня же, лично. Такси! А как же я? Мне-то как ехать? Ну и дурак же ты, Петр. Какие неприятности? Извините, пожалуйста. Что? Конфисковали? Машину? Кто конфисковал? Зыкин? Кто это Зыкин? Это инспектор у нас. Просто зверь. А, простите меня. Безобразие. За что конфисковали? Безобразие. Я сейчас же позвоню в ГАИ. Дежурный по райотделу, старший лейтенант Зыкин. Орел, самочувствие нормально? Да вроде, а что? Я думал, ранен. Но как же, молодец. Такую операцию провел и ни одной царапины. Какую операцию? Ну что ты, такого преступника задержал? Мафиози? Мафиози? Вот же, за систематическое нарушение скорости, дерзкое и неуважительное отношение к требованию работника госавтоинспекции, сознательное и злостное нарушение. Ну как он? Отстреливался, да? Отстреливался, чтоб такой мафиози и без кольта, не поверю, ни за что. Товарищ майор. Да что, товарищ майор? Ах, Зыкин, Зыкин, у нас тут не Чикаго. И не Хьюстон. И не Хьюстон. И люди есть люди. Они могут и превышать, и нарушать. А по твоему рапорту выходит, что этого дурного надо немедленно под конвой и в места отдаленные. Милиция дежурный. Ах, Зыкин, да. Зыкин, ну сколько... Товарищ майор. Да. Да, приветствую. Да все нормально. Да, завалил. Седьмой раз завалил. Как жить? Да вот как жил, пусть так и живет твой Берендеев. Нет, нет и еще раз нет, Степа. Ну что, что значит в виде исключения? Я и так уже в виде исключения этому твоему остолопу уже седьмой раз разрешил пересдать. Имей совесть. Дружба дружбой, а служба службой. Слушай, ну и какая-то дружба, вот когда вот так за глотку берут. Все, эта тема закрыта. Слушай, извини, Степ, тут у меня совещание. Так, где машина Трунова-то? Здесь, на штрафной площадке. Ну вот, доставите машину владельцу и вернете водительское удостоверение. А заодно не мешало бы извиниться. Я не поеду. Ему не возвращать надо, лишать на 3 месяца. Он же злостно и сознательно нарушает. Ну, у тебя же всегда так. У тебя всегда так. Первая половина злостно, а вторая сознательно. Ты бы еще что придумал. А лишать или не лишать, не тебе решать. Товарищ майор. Товарищ майор. Прошу вас принять меры по моему рапорту. Разрешите, товарищ майор. Виноват. Знаешь, Зыкин, и моему терпению, а я человек терпеливый, есть предел.
Прошу принять меры. Дежурный. Да-да, дежурный. Здравия желаю, товарищ майор. Погода сегодня, а, товарищ майор? Андрианов, слушай, зайди-ка ко мне. У подъемника мотор сгорел. Даю час. Будет сделано. Товарищ Трунов! Валентин Павлович! Здравия желаю, инспектор Андрианов. Добрый день. Вот, ваша машина в вашем распоряжении находится во дворе. Мотор у нее, зажигание электронное. Да, ваш талончик. А где мои документы? Документы? Вот насчет документов товарищ майор ничего не говорил. Что-нибудь не так? Да нет, все хорошо. Спасибо. Угу. Еще что-нибудь? Да так, ерунда. У тещи, ну, с тормозами задними что-то. Колодки надо менять. Можно подъехать? Колодок нет. Совсем? Совсем. Совсем-совсем? Совсем-совсем. А когда будут? Не знаю. Ну, когда будут, можно подъехать? Да, можно. Всего доброго. Скажите, как имя отчество вашего майора? Федор? Антонович Гринько. Гринько. Всего доброго. Так я подъеду. Алло. Федор Антонович, добрый день. Здрасте. Это Трунов беспокоит вас. Да, хотел вас поблагодарить за любезность. Нет, это не любезность. Ну, какая любезность? Это наш долг, да. Соблюдение законности, да, тактичные отношения, все такое. Машина в порядке? Ну, вот видите, хорошо, очень хорошо. Вот так. Да, я хотел вам сказать насчет удостоверения ваше, пока побудет у меня. Понимаете, Валентин Павлович, тут инспектор на вас такой рапорт подал и не хочет его забирать. Вот вынужден принять меры. Нет, не к вам, по рапорту, да. Ну, формальность, конечно, тут ничего не поделаешь. Да, служба такая. Вы на будущей неделе пройдете комиссию, и все будет в порядке. Вопрос, конечно, серьезный, но попытаемся уладить, учитывая... Вы извините... У меня тут важное совещание, так что звоните, если что. Черт рыжий. Можно к вам? Да. Я по поводу рекламации. Главный инженер считает, что 78% мы можем выполнить сами, а вот 22%... Извините, пожалуйста, Олечка. Обращаться на завод. Где ваш директор? Потом подошли. Директор ваш где? Обедает. Спасибо. Из окна, из окна, из окна.
вот что, Зыкин, такое дело. Значит так, Зыкин, передай мотоцикл не Федову, а форму сдай. То есть как? А вот так, бери мотоцикл не Федов, твой теперь мустанг, дерзай. Эдуард Анатольевич. Набрали, понимаешь, подожди. Чужаков. Эдуард Анатольевич. Мы трудовые резервы, в конце концов, или кто? Кого в команде только нет? Один не Федов, ПТУшник. В чем дело-то? Есть мнение, вы не можете быть в нашей команде. Чье мнение? Мое. Подождите, я что-то не понимаю. А чего тут понимать? Русским языком повторяю. Вы трудовые резервы, а мы Динамо. Вот и валяй свое Динамо и гоняй там сколько хочешь. Ну и там же не спидвей, там один кросс. А я-то тут при чем? У них кросс, а у меня не Федов, без машины. Подождите, ведь не я же один чужой в команде, есть и другие. Почему же мне отбираете машину? Дорогу ты кое-кому перешел, понимаешь? Как ты перешел? А вот так. Человек шел, 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 а ты взял и перешел. Кому ты так перешел? Сам знаешь. Трунову. Я тебе этого не говорил, ты сам догадался. Да не, на телеграмму получила. Ну, решается вопрос назначения начальником отдела Крутого. Ну ладно, ладно, потом поговорим. Садись. Здравствуйте. А это что за чудное мгновение? Тихо ты, это Генкина учительница. Иди ты. Вот что значит не ходить на родительские собрания. А ты-то ее откуда знаешь? В школу вызывала. Зачем? Генка смотрел в окно. Чего? Из-за этого вызывал? Конец учебного года. Самый ответственный момент. Она ему про Италию, эпоху зарождения, 15 век. Рыжик! Вот она и разволновалась, понимаешь? Наконец-то. Здравствуй. Здравствуй, Нина. Третий раз хожу, тебя все нет и нет. Нинок, а ну-ка посмотри на эту смешную. Ты знаешь, что это Генкина учительница? Екатерина Ивановна, по истории, а что? Так, ничего. А ну-ка, поговори с братом. А ты что такой мрачный? Че тебе мрачно? Ну ты что, устал, что ли? Вовсе не устал и не мрачно. А у меня историчка была, такая грымза, а у этой в окно не посмотришь. Чего? Хороший педагог, говорю, у Генки по истории. А, Петр? Верно? Петр? Ешь, ешь. Петр ешь. Сергеевич, ну зачем вы? Я же вас предупреждала, что ничего нет страшного. Зачем вы вызвали? Честное слово, это не я. Чего приехали? Вы понимаете, вот ее, мою сестру, должны были назначить начальником отдела. Да. Подумаешь, какая-то Крутова дала телеграмму. Ну ладно, она, ну ты что, не знаешь, кто такая Крутова? Петя. Кто? Паникерша. Паникерша. Крутова дала телеграмму, соскочили. Чего соскочили? Приехали, понимаешь? Петь, ну что с тобой? Петь! Ну что с ним? А то. Нечего было срываться. Я ей говорил. А она мне говорит, что сон приснился. Что хочет напиться, а в колодце воды нет. Понимаете, в колодце воды нет. А это плохая да, примета. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Петр Сергеевич! Петр Сергеевич! Честное слово, я не хотела. Простите меня. Мне просто показалось, что вы обо мне говорите. Мне всегда так бывает. Ну, придумай себе, Бог знает что, а потом, ну, подождите. Подождите же. Я знаю, я смешная. Нелепая, да? Я вообще... Что вы делаете? Извините. Thank you.
У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле? Девушка в красной куртке, нарушаем. Андрианов, ты знаешь эту, у меня братишки нет, у меня сестренки нет. Чего? Ну, когда мода на детей совсем пройдет. Не понял. Ну ладно. Точно, в академию поступает. Ой, кто это к нам приехал? Здравия желаю. Василь Кириллович, своим ходом! 10 км! И ни одного сбитого столба! Замечательно! Здоров! И в кого ты такой уродился? Все вокруг люди как люди. Так нет, найдется такой. Что это с вами? Слушай, ты, борец за безопасность движения, ты хоть раз подумал, что ты вот борешься, а вокруг тебя люди страдают? Что случилось? Да для тебя, конечно, ничего не случилось. Подумаешь, вместо сестры другого человека начальником отдела назначил. А то, что она столько ждала этого, ерунда, пустяк, да? Как другого? Так. Почему? Потому. Потому что для тебя все равно, кто за рулем. Ты же принципиальный. Нарушил, держи ответ по всей строгости. Ты же у нас герой. Подождите, подождите. Я не понимаю. Я-то здесь при чем? Кто другого назначил? Я. Ну что уставился? Да, я. Ну что смотришь? Подлец Пушков? Да? Подумаешь, Трунов высказал пожелание. Кто он? Министр? Начальник главка? Да? Да? Всего ничего. Директор станции техобслуживания. Чего же ему угождать? Да? Егор! Эх ты! Егор, задержись! Я на час. Петя! Хорошо, что приехал. Пообедаем вместе. А я на рынке была. Народ столько много. Ой, я вам тут со Славой рубашки купила. Хочешь посмотреть? Симпатичнее, правда? Опаздываем! Опаздываем! Извините, начальство не опаздывает, начальство задерживается. Оркестр тушь. Поздравляю! Хотела Генке купить. Размера не было. Ребята, вы чего-то? Петя! Петр, ты куда? Петр! Здесь уже все. Так, ладно. Мойку закроете с 5 часов, хорошо? Угу. Понятно? Сами знаете почему. Хорошо. Можно вас на минуту? Вы, к сожалению, опоздали. Я буду завтра 11:00. А вы пока займитесь автомобилем, товарищ инспектор. Мне на 1 минуту. Поздно. Что с вашей машиной? Мне... Товарищ старший.
Водитель автомашины 2046, остановиться! 2046, остановиться! Старший инспектор дорожно-патрульной службы, старший лейтенант Зыкин. Попрошу ваши документы. За что? За то, что вы подонок. За то, что вы мерзавец. За то, что вы подлец. Мерзавец, сволочь такая. Товарищи офицеры, товарищ майор, личный состав отдела по вашему приказанию собран. Дежурный по отделу лейтенант Андрианов. Вчера при исполнении служебных обязанностей старший лейтенант Зыкин безо всяких на то оснований задержал автолюбителя и в грубой форме оскорбил задержанного. За превышение полномочий, за недостойное звание офицера милиции поведение старшего лейтенанта Зыкина понизить в должности. Капитан Смирнов, подготовьте приказ. Инспектор Зыкин. Нарушаем. А может, поедем в Таллин? Ты был в Таллине? Как? Ты не был в Таллине? Правда? Ну все, тогда решено. Тут и думать нечего. Мы с тобой обязательно должны побывать в Таллине. А потом в Ленинград. А с платформы говорят, это город Ленинград. Ой, нет. В Ленинград нам нельзя. Почему? Ну, потому что, если моя бабушка узнает, что мы были с тобой в Ленинграде и не заехали к ней в Лугу, знаешь, что будет? Ой. Ну, тогда давай заедем. Да нет. Если заедем, весь отпуск там просидим. А может, лучше на Кавказ? В Новый Афон, а? Или, может, действительно, я не прав. Стрижем одно, воробьем другое, а? Каким стрижем? Ну, не этим, который вжик, 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 вжик летают. Людям. Может, прав, майор. Чего я добиваюсь? Что ему эти 3 месяца? Как с гуся вода. А сестра страдает. Родная сестра, которая вырастила, на ноги поставила. Чего я добиваюсь? Уйду-ка я из ГАИ. Не мое это дело. Ты что, Петя? Зачем ты так говоришь? Да нет, ничего. Все нормально. Петя, давай сегодня в кино сходим. Я дежурю допоздна. Ну и что? А мы на последний. На самый последний? Ага. Пошли. Пока. До вечера. Все-таки, доложу вам, товарищ майор, мотор у нее работает как часы. Вы только послушайте. Да ничего не скажешь, молодец, Зыкин. К машине у него правильное отношение. Зыкин только с людьми того.
А с техникой будь спок. Верно, товарищ майор? Вот этот знак поменять надо. Будет сделан, товарищ майор. А как вы считаете, товарищ майор, перейдут англичане на правостороннее движение? А? Должны. А зря. Вот я бы на месте королевы на это мероприятие вето наложил. Ну, шутно ли сказать, сколько знаков поменять надо, а разметку переделать? Ну хорошо, с этим они справятся. Но сколько аварий будет? Они же за тысячи лет все наоборот привыкли. А? Вот у японцев этот процесс должен легче пройти. Народ дисциплинированный, организованный. Хотя, черт их знает. Как вы считаете, товарищ майор? Слушай, Андрианов. Да, товарищ майор? Да лучше об участке своем думай. Англия, Япония, у нас у самих миллион проблем в отделе. А у тебя о королеве голова болит. Да что вы, товарищ майор? Да нужна мне эта королева. Чтоб у меня из-за нее башка болела. Да пропади она пропадом. У нее советники есть, пусть они и думают. Чего, товарищ майор? Давай на седьмой пост. Товарищ майор, за время моего дежурства происшествия не случилось. Старший лейтенант Зыкин. Здравствуй, Зыкин. Здравия желаю. Я гляжу, ты все форточку чинишь. Да тут раму менять надо. Ха, сплошное гнилье. Ну вот, смотрите. Ты вот что, Андрианов. Сгоняй-ка ты, Андрианов, на мост. Зачем? Там же ремонт. Ну вот, проверь. Состояние, подъезды. Ну, в общем и целом. А, понял. На, держи. Грибов должно быть много в этом году. Как в 55-м, помнишь? В 55-м я только родился, товарищ майор. А я тогда участковым в Селезневке был. Есть такой поселок в Брянской области. Вот тоже случай из-за этих грибов был. Одна работница с лесозавода пошла в лес и сына захватила. Пацану 4 года. А лиса там, в общем, потерялся он. Целые сутки искали, самолет вызывали, бесполезно. Потерялся. Пришел я вечером домой. Вовка спит, он тогда еще маленький был, сопит. Увидел я его. В общем, вернулся к себе. Ну, думаю, что же делать-то? Что? Пошел на радиоузел, сделал объявление. Утром перед сельсоветом весь поселок собрался. А народ все подъезжает, подъезжает. Из соседних деревень, даже из райцентра приехали. Ну, в общем, к вечеру нашли. Лежит в лагу, спит. Чулочек, спущенный на одной ноге. Да об этом в «Огоньке» писали. Ты читал? Нет. А что же я про эту историю-то вспомнил? Это грибы и... Ах, да, да, грибы. Грибов много должно быть. Я вот рыжики люблю. Ты извини, конечно. Ничего, товарищ майор. Да, натворил ты дел. Я вот из области, там этим делом заинтересовались. Считают, что я проявил либерализм. Есть мнение понизить тебя еще и в звании.
Неужели ты не мог сдержаться? Ты что думаешь, мне что ли этот Трунов нравится? Я же его насквозь вижу, пермачи. Только ведь они же всегда так сделают, что к ним не подкопаешься. Он вот сейчас на коне, а ты? Что ты форточку вертишь? С тебя звездочку хотят снять, а он все форточку вертит, вертит. А что мне делать? Что делать? Завтра комиссия, если ты не заберешь рапорт, мы должны лишить его, ну, минимум на 3 месяца. Вот и лишаете. Выходит так, он без прав, а ты без звездочки. Ну, это мы еще посмотрим. Ах. Ну, где ты болтаешься? Мост осмотрим. Так кому он нужен, этот мост? Вы сами приказали, товарищ майор, подъезды и так далее. Поехали. Дежурный. Слушаю, товарищ майор. Это что такое? Стенгазет, товарищ майор. Я не слепой. За какое оно число? Новогодний номер. А сегодня какое? Я спрашиваю, какой сегодня месяц? Май, товарищ. Безобразие. И тебе достал Смирнов. Да, ему лучше сегодня на глаза не попадаться. А что случилось? Да мост там у Зыкина. Чего мост? Ну, перила прогнили. Ну. Дежурный. Я. Принесите дело водителя Трунова. Есть, товарищ майор. На, держи. Нормальная газета. Федор Антонович, я что-то никак в толк не возьму. О каких 3 месяцах вы говорите? Ведь вы мне что сказали? Что комиссия дело формальное. Правильно сказали? Да сказал, сказал. Ну, так в чем же дело? Ну. Вот не получается. Рапорт такой вот. Серьезные нарушения. Уговаривал его изменить формулировку ни в какую. Выговор заработал, в должности понижен. Ну, казалось бы, образуемся. Нет, ничего не понимает. Да вы не расстраивайтесь, вам пешком-то ходить не придется. Ведь любой водитель за счастье почтет, только руку подымите. Увидите, 3 месяца, как 1 день пролетят. Федор Антонович. Да? Вы что, действительно не понимаете, что происходит? А что происходит? Я приглашен в ваш город. Я выбил 1,5 миллиона на станцию. Она работает сейчас лучше, чем работала до меня, и лучше, чем будет работать после меня. Неужели вы не понимаете, что я не мог бы этого сделать, если бы чего-то не нарушал? В том числе иногда и правила дорожного движения. Ну и что ж, теперь мы вынуждены тратить время из-за формалиста? А вы, как начальник райотдела милиции, совсем ничего не можете сделать с простым инспектором? Да вот не могу. Не могу. Хорошо ли это, Федор Антонович? Да плохо. Но знаете, я рад, что не могу. И рад, что вы не можете. Я знаю, вы давить на него будете со всех сторон, звонить, инстанции подключать. Петру достанется, да и мне перепадет, но я все равно рад. Что бы вы ни делали, ничего вы с Петром не сделаете. Это очень здорово, что вот есть такие, как он. И такие, как вы, ничего с ним не сделают. Вот так, гражданин Трунов. Валя, алло. Перестань шутить. Мы тебя все же здесь заждались. Ну, Валь.
Фу. Господи, это вы? Здрасте. Здрасте. Что тут делаете-то? Работаю. Работали? Угу. Хорошо? Молодец. Выпить хочешь? Нет. А я выпью. М? А вы на охоту? Нет? Ты знаешь, как я с женой развелся? Я домой пришел под утро, однажды, ночью. Ну, ночевать не пришел. Ничего особенного. Встретил одноклассники, друзья, там посидели, выпили преферанс. Вот. А домой вернулся, она ничего не спросила. А я ничего не объяснял. А через неделю, или, может быть, через две, она сама домой ночью не пришла. Причем она у мамы была, у моей, позвонила ночью, чтобы я не волновался. Вроде как в отместку. А на другой день мы развелись. Потому что... мне можно, а ей нельзя. И в жизни так же. Одним что-то можно, а другим нельзя. Понимаете, а? Валентин Павлович, тут телекс пришел. Очень серьезная бумага. Вот, вот. В машине. Ты что, обалдел? Тихо, поздравляю. Это тебе. Спасибо. А что ты сам жаришь-то? Не доверяю. Это я не доверяю. О штрафе не слава. Таким ружьем слонов в Африке стрелять. А у нас своего зверя хватает. У нас даже мамонты не перевелись. Не понял. Ну, рыжий-то. Слушай, а может быть, ты его пиф-паф замуруешь у себя в кабинете и будешь по нему ходить? Между прочим, я в одном американском журнале прочитал. Одного полицейского в машине трах. Машину под пресс, и вот такой брикет. Ты, Едик, на каком языке читал-то в американском журнале, а? Осторожнее, осторожнее, с париком получилось. Давай, сейчас. Гражданин, ваше водительское удостоверение. Ваши права, гражданин. Ну ладно, ну купила. Ну чего ты все? Ну скажи, а? Пацан ведь. Что ты ржешь, а? А ты что ржешь? Ну, Вась, Вась, тихо. Что ты ржешь? Что ты ржешь? Сбавь обороты, Вась. Что ты ржешь? Собрал тут паноптикум шушеру. Валя, Валя. Мы тебя все любим. Ты у нас автомобильный бог. Но есть другие боги на нашей грешной земле. Валентин Павлович, ну куда вы? Среди людей живем, Валя! Это вот это люди? Тварь.
Это вот это люди? Это вот это люди? Дерьмо! Все! Ничтожество! Я Курган, прошу связь. Я 07, слушаю. Ждите прохождения колонны, обеспечьте безопасность. Как поняли, прием. Вас понял, жду колонну. Курган, Курган, я 03. А 07 сообщили, что у 05 сын родился. Сообщили, сообщили. Не забудьте с него рубль взять, эту леску. Возьмем, возьмем. Курган, 03, связь окончена. Здравствуйте, инспектор. Здравствуйте. Я хотел у вас спросить, зачем вам все это надо? Что все? Ну вот все вот это. Вам права вернули? Это сейчас не имеет значения. Я могу с вами поговорить по-человечески, а? Ну что, вам трудно сесть ко мне в машину? Хочу, чтобы ты мне просто объяснил, зачем тебе все это нужно. Нет, нет. Ты пойми. Понимаешь, я не живу последнее время. Я не живу. Я занят мерзостью, понимаешь? Мерзостью. Мерзостью. Я должен заниматься тем, чтобы тебе объяснить, что есть люди, которые живут по иным законам, нежели существуют для других. Ты заставил меня этим заниматься, понимаешь? Ты заставил меня это делать. Я занимаюсь твоим спидвеем, чтобы тебя выгнали из секции. Это же отвратительно. Твоей сестрой, которую я в глаза не видел, я не знаю, она милый человек, может быть, но я вынужден заниматься этим, потому что ты не хочешь ничего понимать. И на ковре ты стоял, и вызывали тебя, и ругали тебя, и арбуз тебе вставляли. Ничего ты понимать не хочешь. Не хочешь понимать? Я должен заниматься этим для того, чтобы тебе объяснить те законы, которые ты сам прекрасно знаешь. Ты хоть знаешь, как тебя называют-то? Знаю. Не обидно? Обидно. По-разному склоняют. Меня еще и персонально, рыжим. Но я знаю, что если я на своем месте такой, а другой на своем месте тоже такой же, еще там, еще, то, может, и будет как надо. А спидвейт накрылся, бог с ним. С сестрой разберемся. Буду глотать пыль на этом драндулете. Дело не в этом. Дело в том, что я такой, и другим быть не могу. И не буду. Ты правда хоть говоришь-то? Правду. Так считаешь? Так считаю. Честно? Честно.
Господи, сколько же у тебя в жизни разочарований, ты еще впереди. Не знаю. Ты вот что. Оставь ключи. И в город. На попутки. По-хорошему. Тебя прошу. Вон того гражданина подкиньте, пожалуйста, до города. Ладно.